коров, и они здесь были. Мы подошли и говорим: ты коров 12 угоняешь, да? Ну, мы сейчас быстро съездим, да и... Так и получилось. Съездили, разгрузили инструмент, сеть забрали, невод. И вот пришли. А он там позвонил, коров пустил, там всяких встретил. В общем, одна семья. Вот тут крупных отдельно отбирайте. Мы их сразу отнесем людям. Сами как-нибудь. Ну, это полные ведра гальянов. Сейчас набирают. Пол бочки уже есть. По пол этой фляги. Взяли линолеум. Лист вот такой большой, случайно увидели, у нас лежит на дровах, закрывает доски. Ну и вот мне помогали РТИ, давали такие полосы. Ну и друг на друга положили их так и вытянули легко. Не вот не порвался. Отсюда легко, кто подойдет, увидит, как мы здесь сделали. Вот вода пойдет, перегорожена. В этом месте она пойдет. Должна. Но войдет ли она тут или нет, еще пока не знаю. Там мы показывали уже, что сделано. Тут засвела вода. Обмельчала. Это еще из невода. Из мотни не выбрали. Вот лежит. Все, брат, там за водой. Сейчас надо будет мне вот трясти, убирать, сушить. Сегодня мы закончили шлюз. Там снимали, поехали на плотину второго мостика вот этого. И там буровка сделана. В 8 местах мы ее разрушили, чтобы вода могла вытекать. Потому что уже 2 человека говорили, а если вода будет, там деваться некуда, размокнет. А теперь думаем песок завозить. Почем неизвестно, КамАЗ приедет. Там 3000 брали. Думал заказать хотя бы штук 6-7. Вчера вот 154 тысячи отдал за бульдозер. Не, вот бредни сушить надо. И вот эти вот наши веревки, они сильно помогли. С берега тянем. Можно еще удлинить. Я увидел в ванне, пол ванны, и говорю: фляга будет? Нет. Володь говорит: не будет. Ну давай попробуем. Переложили карасей в ванну. Так, ну помоги ему, чтобы это не падала рыба. Ну ты, Володя, прав оказался. Ну, немножко фляги нету. Ну да. Но если карасей маленьких туда, то тогда да, больше будет. На гальянов у нас. 150 прокушки. У нас обычно фляга пополам примерно, а сейчас гальянов в 2 раза больше. Карасей выловили, Игнатий. А может, они не такие дураки стали? Ну, совсем не, немного. Так, я так и не определился. Одна фляга полная, да? Да. Ну-ка, открой, гляну. Ну, тут килограмм 5, может, не хватает. Да. Может, меньше. Так. 36, а здесь 30, правильно. 66, здесь сколько будет? Ну сколько тут будет? Там подобрать надо, рыба осталась. Сережа, под ногами рыбу соберите. 15-литровое ведро может быть. Вот это вот. Да. И не входит она, да?
Или входит в ведро? Да, я думаю, войдет. Вот 60 там уже есть у нас, 36, 66. А ну-ка посмотри, сколько будет. Полное ведро, как раз, без больших карасей. Нет, это небольшие. Больших. Без больших? Без больших. 13. Это 66, 70, 80 килограмм. Ну, 83,5 есть. Неплохо. Так, сейчас пойдем, ты сам реши, сколько тебе надо будет. А ну, там ему отдадим. Ну, да, там. Угу. Так, давайте потихоньку сматывать удочки. Ведра еще не забудьте. Сеточку эту. Да там я растяну ее, вот эту, там поможете. Давайте я бредень. Давай. Сворачивать, я сюда подъеду, чтобы не подпускать. Давай. Сейчас он подъедет. Начинает собирать вот так. К центру, к матне проносят. Расправляй, там у тебя куча сбились, там. Вот так. Вот теперь пополам к матне, клади палку. А теперь эту еще раз двое. Вот Никита и Владимир, еще вдвое. Сколько тут гаек? Пошел просить гайки, а Игорь дал мне подшипников разных. Ведро там, наверное. И все к месту. Сколько я сказал примерно тут? 85 где-то. Да, ну да, так и будет. Учитывая, что тут отдельно... Как мы считаем, уже довольно большой карась в ведре. Я тоже пополам. Его мы помаленьку раздаем, чтобы всем хватило. А другие столько поймали, а по счету. По счету большие. А маленькие без счета. Он пришел, ему сразу 15 килограмм дали. Так. Слава Богу. Решетки помыли. Согласны. Никогда, никаких матов, даже в помине нету. Вот сильно заброшено. Так, Володя, стой! Нет, надо вот тебе переехать, туда, поположе встать. Так, левее, левее. Сразу надо это, линолеум. Он мне больше не даст, наверное. Все, все, давай. Хорош! Все, Володя, посмотри, куда линолеум сделать. Линолеум это куда положить? А, ну это. Линолеум и резиновые эти. Во. А лопаты это наши кормилицы. Мы после обеда пойдем дорогу ремонтировать по Теряевке. Мы общественные люди-то, так. Вот так, пополам все больше не надо. В прошлый раз мы собрались, тут четверо. Я говорю, надо же, собрались, и все не женаты. Они говорят, да как не женаты? А вы, вот-то я и забыл даже. Забыл. Ванна. Так, давай сразу ванну. Фляги тащите, никогда не стойте. Все время находи работу, чайник, там ведро подноси кверху. Сергей, возьми за дверь. Никита, он стоит, поднимай. Браво. Никогда не стоит, даже секунды не позволяет стоять. Ты ванну погубишь. Трахнул ее. Две фляги, считай. Так, эти дощечки вот сюда на бугорок.
положи это наши дощечки. Вот, 36 килограмм фляги. Все замерили. Еще 30, 66. Так можно рыбачить. 200 метров прошли или 250, и все. Сергей Павлович приматывает сеть. По слову Божию, все разрешено. Рыбу вкушать определенные дни. О! Кто ваши будут, накажи, чтобы ничего не портили никак. Большой труд, это грех помешать. Мы же для себя стараемся. Одного камня этого мы раз несколько переложили камни. Видишь, какие крылья сделали. Все.